Что может быть вкуснее печенья с шоколадом? Вы узнаете из этого рецепта, как приготовить быстрое песочное печенье с шоколадом, простая и вкусная выпечка для детей и взрослых на каждый день. Печенье с шоколадом не оставляет равнодушных, можете использовать для него миндальную муку или пшеничную. Рекомендую использовать шоколадные чипсы или крупные кусочки шоколада, чтобы во время выпечки сохранились цельные куски шоколада. Есть это печенье можно теплым или уже после остывания. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Смешайте в миске муку, соду, соль. 2. В чашу миксера добавьте мягкое сливочное масло, добавьте к нему белый и коричневый сахар, взбивайте смесь 2 минуты, добавьте яйца, ванильный экстракт, взбивайте еще пару минут. 3. Введите смесь сухих ингредиентов и перемешайте тесто. 4. В последнюю очередь добавьте в тесто шоколадные чипсы или крупно нарубите шоколадную плитку. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Противень застелите пергаментом. Ложкой зачерпните тесто и выложите его на противень на расстоянии друг от друга. 6. Отправьте печенье в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 10-12 минут. 7. Переложите печенье на решетку для остывания и оставьте на 5-10 минут. 8. Наслаждайтесь выпечкой. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Мука 4-5 стакана. Сода 1 чайная ложка. Сливочное масло 520 грамм. Сахар белый 1 стакан. Сахар коричневый 2 стакана. Соль 2 чайных ложки. Ванильный экстракт 4 чайных ложки. Яйца 4 штуки. Шоколадные чипсы 4 стакана. Количество порций 10. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.